Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем о таком очень красивом виде насекомых, как мотылёк под названием медведица. Это у нас медведица обыкновенная, которая обитает в некоторых частях Европы, азиатской России, и в Южной Америке. Такие бабочки некоторых видов активны только рано-рано утром. Другие же активны и днем, и ночью. Это же предпочитает утро и день. Размах крыльев обыкновенной медведицы может достигать больше 5 сантиметров. Усики у них имеют маленькие-маленькие волосики, которые называются сенсорами. Эти, как бы сказать, запах, чтобы поспариваться с самкой. Это у нас самец. Виды обыкновенных медведиц. Они летают больше 10 км в час. Они делают 100 взмахов в секунду. Как, например, это осыпь. Почти все тело покрыто волосиками, похожими на шерсть. На крыльях есть красные пятна. Огромное красное пятно, я имею в виду, которое находится где-то там. Есть у этого вида белые пятна возле головы. Вечером обычно обыкновенные медведицы летают на брачный период, это где-то от марта до апреля. Они могут спариваться вечером. Таких бабочек можно встретить не в густонаселенных городах, где есть трава, мало загрязненных мест, где не могут забирать нектар с растений. Тело без крыльев достигает около 3 и даже 6 сантиметра. У этой особи 4 сантиметра. У них гусеницы имеют шерстяной покров, похожий на ядовитую гусеницу Южной Америки. Коконная спячка может длиться у гусениц около 3 и даже 5 недель. Потом вылезает из того кокона красивая бабочка, у которой мокрые крылья. Потом через час-два они высыхают. И потом они летают, размножаются, собирают нектар с растений. Этот вид издалека очень похож на некоторых видов моль, которые обитают
обычно в домах. Размах ног может достигать около 2-4 сантиметров, в зависимости от размера особи. У этой особи же 3 сантиметра. Средний показатель размера лапок. Враги некоторых медведиц могут быть, если это из Южной Америки, паук из Южной Америки, который делает такую веревочку, как у ковбоя, и ловит этих бабочек. Как он ловит? Сейчас расскажу. Этих бабочек он ловит с помощью запаха, который похож на запах, когда самка этого вида хочет поспариваться. Тогда самец прилетает, ловится на ловушку, и паук его съедает. Обыкновенная медведица, если самец называть обыкновенным медведем. У них цвет крыльев очень похож на кожу коров, если не считать красного цвета. И белые пятна на теле напоминают белые пташки. Всем пока, дорогие друзья. Желаю вам удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.